Привет, ребят! Приглашаю посмотреть прохождение планетарного боя «Рудники» из игры «Космические рейнджеры 2». Сегодня у нас карта с самым настоящим скримером. Скример находится вот здесь. Не лезь! Она тебя сожрет! It was at this moment that he knew. He fucked up. Это мы выяснили. Итак, сегодня вас ждет еще кусочек из мода на озвучку третьего Варкрафта, на этот раз фракция орков. Поехали. Нас атакуют. Зак-зак. Ну что ж, хотя карта может показаться некоторой тягомотиной, на самом деле это не так, ее реально пройти меньше, чем минут за 10. Ну что ж, в добрый путь, стало быть. Нам понадобится два ракетчика с локатором, не удивляйтесь, они потом Зул-джин пригодятся. Будет отмщен. Да и сейчас тоже. Зул-джин будет Чего? Отмщен. Обязательно будет. Отклики на движение, на выделение я пока оставил, но возможно в дальнейшем уберу опять-таки, чтобы не ломать как свою психику, так и вашу. Огнеметчик также Чего? Пригодится, хороший вариант. Зул-джин будет отмщен. Чего? Здесь есть рампа, энергозаводик у нас, ну энергобатареи. Она находится выше, поэтому ракетница здесь не достает. Ракетчики прекрасно Чего? Лупцуют вот эти турельки. Сейчас я, наверное, разряжусь на полный огнемет и перенаправлю их, чтобы они быстрее завод захватили. Отлично, Чего? Этот сюда. Вот этот сюда. По идее, вот все. Вот тут и стой. Угу, прекрасно. Куда пойдем? И наша задача теперь убрать вот эту верхнюю рампу, в то время как ракетчики занимаются своим делом. По идее, по скорости нам времени хватит как раз, а вот на что именно? На то, чтобы очень быстро вывести из игры блазероидов. Куда как это пойдем? Сделать? Да очень просто. Здесь нужно 5 хлопушек. Колесных, потому что самый оптимальный вариант. Можно без локатора, но в принципе я стараюсь сделать с ним. Чего? Ладно, ладно. Зул-джин будет отмщен. Все, пока Зул-джин. Зул-джин будет отмщен. Будет отмщен, это хорошо. Зул-джин будет отмщен. Вот. Зул-джин будет отмщен. А так бы, если бы мы это все не сделали, то у нас бы обижали роботов турельки с этой стороны. Итак, вижу, что. Непонятно, что там творят блазероиды. Опять идут в нашу сторону. Чего? Мне это не нравится. Если честно. И это факт, что они сейчас пойдут к нам. Поэтому я отведу их лучше пока сюда. А хотя нет, смотрите, они назад пошли. Мне повезло. Чего? Мне тупо, сейчас повезло. На самом деле их так рано сюда обычно никогда не идет. Никто из них. Чего? Но вот что-то сейчас постройка получилось так. Завершена. А я понял, к нему тираноиды пришли с этой стороны, поэтому он сюда пошел. Чего? Смотрите, есть замечательная точка вот здесь. Я уже одного робота просто взорвал, в кадр не попало. Прекрасно взрывается даже без ручного режима, вот именно постройка в этой самой точке. Завершена. Чего? Так, кто из вас с бомбой, я не пойму. А, вот, понятно. Куда Все. Пойдем? Может, после последнего взрыва чуть-чуть на донышке остаться ХП? У базы, в таком случае ее придется добить вручную. Да, Куда вот. Пойдем? Именно так, как я и говорил. Ну что ж, в таком случае берем в ручной режим. И тут такой крутой ракетчик. Делает один залп. И база взрывается. Все, Чего? Готово. Чего? Это, конечно, Куда плохо. Пойдем? Это значит, что блазероиды сейчас пойдут к нам. Поэтому здесь тоже желательно втыкать ракетницы. Куда пойдем? А то, что они пойдут ко мне? Или не пойдут ко мне? Да, после подрыва базы Чего? Остается такая вот злобная толпа, и с ней тоже Чего? Надо, боже, что-то делать. Завершена, хорошо. Ремонтник понадобится также. Куда пойдем? Дело в том, что вся вот эта толпень сейчас должна решить, куда пойти. Пошли они, кстати, к тираноидам, захватывать их собственную базу, смотрите. Неужто у них это получится? То-то я посмеюсь. Так, нам понадобится еще один нормальный боевой робот на этот раз. Вот этот пойдет. Куда пойдем? Зул-джин будет отмщен. Интересно, неужто захватят, а? Хм, быть этого не может. Чего?
начали здесь блазероиды что-то строить, эти идут сюда, пока у них базу воруют из-под куда носа. Пойдем? Я просто офигеваю. Куда пойдем? О боже, они же калечат друг друга сейчас. Что же вы делаете, ироды? Чего? Ну ладно, хоть основного боевого робота не прикончили. Нет, смотрите, не получилось у них из этого куда ничего. Пойдем? Пользуясь случаем, я иду сюда. Хорошо. Если мы сейчас здесь сможем закрепиться пойдем? И отстроить оборону, чего? Будет ладно. Очень клево. Чего? Я надеюсь на это. Куда пойдем? Так, давай. Чего? Чего? Так, надо отстроить еще одного боевого робота и отправить вниз. Обязательно. Джим будет отмщен. То сейчас тут будет очень плохо все. Чего? Куда пойдем? Боже мой, да захвати ты уже. Пожалуйста. О, спасибо. А тираноиды тем временем идут эксплорить правую часть карты очень-очень зря. Потому что я уже закрепляюсь тут и начинаю копить ресурсы. Чего? Очень, кстати, интересный вариант. Чего? Это перехватить сейчас вот эту область. Куда но пойдем? Лучше бы это делать чего? Скорее ракетными роботами. Куда пойдем? Как чего? Минимум одним. Чего? Все, теперь будет проще. Ну, устаканьтесь вы там уже как-нибудь, а. Постройка две ракетницы у нас тут есть. Это клево. Это очень чего? Клево. Чего? Иди, ракетчик, иди вперед. Вот, молодец. Чего? Ты правильно сделал. Чего? Ну все, он тут пускай разваливает эту пушку. В то чего? Время как мы развлекаемся куда вот здесь. Пойдем? Боже мой, что не там творит? Надо полыхнуть, потому что я не уверен в том, что там все хорошо закончится для нашего небольшого отряда. И еще они порой здесь, кстати, бомбу присылают, так что тоже будьте с этим осторожнее. Ну что ж, толпень-то мы выжжем. И новые, по сути, подстроиться быстро не должны тогда. Хорошо. Чего? Так, теперь нам нужно сюда. Чего? Давай, отключай. Так, ракетница, да? Куда пойдем? Так, здесь нужен ручной режим. Разрядники вроде как перезарядились, да? Да, перезарядились. Спокойно добираем сейчас ракетницу. И... чего? Вуаля. Чего? Второй завод энергобатарей наш. И вот случилось... чего? Почти не случилось. Что-то нехорошее. Нам теперь понадобится подкрепление. Подкрепление в виде мяса будет, пожалуй, хорошей идеей с блокиратором. Но просто самое дешевое, что есть. Чем больше, тем лучше. Что прикажете? А вон, кстати, наверху комната со скримером бывшая. Но нам нету смысла все это захватывать и туда ломиться, что прикажете? Чтобы не осложнять себе жизнь. Что прикажете? Отлично, построилось. И еще завернем себе три штуки, три, а то и четыре. Что прикажете? Сейчас будешь мясом, вот тебе приказ твой. А, все, предел количества. Чего? Ну ладно, нам этого должно хватить. Что прикажете? Поехали. Зул'джин будет отмщен. Еще как будет. Кстати, неплохой идеей было бы здесь... построить турельки ракетные, потому что сюда тираноиды тоже могут прийти. Нужно быть к этому готовым. Турельки запиливаются с таким милым варкрафтовским чего? Звуком. Так, что там опять за беспредел? Завершена. Беспредел какой-то все ползет и ползет чего? Сюда. Так, ну куда отлично. Пойдем? Чего? Огнеметчика тогда что, запустим, наверное, вперед. Куда пойдем? Постройка завершена. Стоп. Я передумал, там два огнеметчика надо. Куда пойдем? Выделить обоих. Куда пойдем? Сюда пойдем. Ну и все. Куда пойдем? Я думаю, можно прорываться. Постройка завершена. Тас-динго. Тас-динго. Да, тас-динго. Сейчас тебе будет такое тас-динго здесь. Чего? Ладно. Куда пойдем? Вот. Единственное, нам здесь надо ракетницу шлепнуть, и будет круто.
И почему я, кстати, не строил ракетчиков, чтобы не было сплэша по своим, а то это очень-очень обидно. Чего? Ну все. Куда пойдем? Куда пойдем? Тираноиды, поиграли. Захватываем. Да, это будет интересно. И тут такие, здорово. Все что ли? Да. Что ж, ребят, таким вот было прохождение карты. Надеюсь, она вам понравилась. Надеюсь, было интересным и полезным. Ну а если так, ставьте лайки, пишите комментарии и говорите, что думаете о видео. Мне будет приятно, и это поможет тому, чтобы видео посмотрело больше зрителей. Также жду вас на сервере Дискорде и в группе ВКонтакте. Если видео особенно понравилось, канал можно поддержать денежкой по ссылке в описании. Буду ждать вас в новенькой серии. Скоро увидимся.